В грузовике 3 тонны чистого этилового спирта. Партию в ходе проверочной закупки приобрели сотрудники Управления экономической безопасности Башкирского МВД. Как только 45-летний продавец получил за партию 250 тысяч рублей, мужчину задержали. Поступила оперативная информация о деятельности на территории города Уфы группы лиц, предлагающих к реализации спиртосодержащую продукцию. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проверочной закупки, лицо было задержано при сбытии. Необходимых документов на товар у задержанного не оказалось. Вся партия изъята и направлена на экспертизу. Здравствуйте, полиция. Установили сотрудники полиции место хранения основной партии контрафактного спирта. Это склад по улице Малосиликатной, микрорайоне Нижегородка. По оперативным данным, спиртосодержащая жидкость без документов поступала сюда десятками тонн. Здесь мы, значит, обнаружили около 1200 канистр. Судя по характерному запаху, когда открываем канистру, соответственно, спиртосодержащей жидкости находится. Оперативникам понадобился не один час, чтобы подсчитать точное количество предположительно контрафактной продукции. Помещение было просто завалено различными коробками и 20-литровыми канистрами со спиртосодержащей жидкостью. Предполагается, что данная жидкость была поставлена в республику из соседней области, с одного из ликероводочных заводов. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дохода, возможно, полученного данными гражданами, для решения вопроса о привлечении их к установленной законом ответственности. Всего было обнаружено более 60 тонн спиртосодержащей жидкости. Часть незаконной продукции была изъята и отправлена на экспертизу. Документов на этиловый спирт на складе также найдено не было. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство».